Привет! Вы продолжаете нас брать на слабо, ну а мы продолжаем вести и пытаемся выполнить ваши вызовы, соответственно за которые мы даем вам 1000 кредитов. Ну, так сказать, за вашу идею хорошую. Вот, сегодня мы попытаемся выполнить вот этот вот челлендж, и этот чувак получает, соответственно, 1000 кредитов. Да, звучит он, конечно, довольно легко, тем более на 21 лиге, но все-таки не стоит забывать, что это МГ3. Да еще и с трехкраткой, а дача у него, конечно... Да, но я думаю, не стоит вам об этом рассказывать. И еще, кстати, сейчас крутой подгон от админов. Дают снарягу навсегда и пушку на выбор навсегда. Если что, все это сделать ты можешь по первой ссылке в описании. Данные подгоны могут забрать как старые игроки, так и новые. Ну, соответственно, по этой же ссылке новички могут зарегистрироваться. Но докачавшись до 30 ранга, они получат все те же самые шмотки навсегда. Давайте, в общем, устраиваемся поудобнее и приятного вам просмотра. 9 копеечек, да, трёшь. Ох ты, господи. Так я тебе говорю, нереально. Ну это прицел так прицел. Я просто в шоке. That's quite big. Он реально как 15x выглядит. Помнишь, в PUBG был 15x, ты его ставишь на М-ку. И там прицел во всю длину оружия. Так, давай, как обычно, по традиции, я спрошу твои предикшены. Ну это победа, по-моему, не предикшен. Победа, думаешь? Да, вместо обеда. Ну давай, давай. Я на центре, если что. Вот эта штука, конечно. Да, прицельчик, конечно, как надо. Возьми вода, где-то все. Ого! Знаю, ты бы видел, как это было. Ты бы видел, как это было? Он залез на погруз, прыгнул и дал мне в лицо. Все, 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 опасные пацаны. У меня. Первый этаж. А, понял. Неприятно. Контами. Ну, главное, нет медов. Хорошая была попытка. Тут шот, бэйби. Пики нереальные. А ты куда залез там бомбу, блин, залез? Ты дура. Ёкарин боевой. Я, говорит, хочу по низам играть. По низам играет, пацан. Наш мы не взовем, если до точки пошли. А, я думал, он идет с ангара, и шаги еле слышно вообще. У него, походу, блок вот сет. Понимал, что он с нуля идет. Один у меня надо мной. Алик убил. На их верху? Да. На их верху убил. Ват. Все, пойдем за контами. Коцаный на 50 примерно. Нереальная отдача. Ну что, слева от нуля. Все, я не могу контролить отдачу на такой этой. За нулем один. Хорош. Переиграно. Я пошел. Убил центр двоих. С мусора заходит. Убил его. Убил его. А, второй. Блин, не понимаю вообще. Да. Не ваш от голову? Смачок ему, на. Nope. Я мастер кидать во всякие перекладины, хаешки. Стрелять как перекладины. Прыгнул, понял. И не выходи. Ну, так, ладно. Сколько ты в него попал? Много? Достаточно. Так, ну, в принципе, меня радует, что боец играет за снайпер. Потому что со снайпером он играет так себе, а за инженера он мне повесил сразу, кто видел сам, что в первом раунде. Прыгнул и говорит, с ноги. Что? Много? Трое минимум еще. На мусоре что? Нет, дыма почему-то. Ну как это передавить в упор? Как это передавить в упор? Боже мой. Много, топают очень. Очень много. Одного оставил в живых. Садил КП он. Сука. Ты что ты ему мешаешь? Пойдет. Куда ты резаешь? Да боже! Бомба установлена. Надо просто. Ну это нереальный пацан, нереальный. Не дают. Я так и понял. Замок открыт, да? Ну я еще первый. Хорош. Твоей стороны. И один у меня. Хорош. Держал ему пулей в лоб. У меня мету. Он меня взорвал на фул. Я его убил. Я на их верх прощапал. Один тут по трубе. Я взрываю 70. Его. Нашел голову. Вон ту 90. А, нет, неправильно. Так, смотри, я предлагаю кинуть дым, поставить пачку под верх. Гараж. Могу тебе его потушить? Да блин, там.
Как вы встали? Попал один раз. Хорош! Ура! Ну это было забавно. Он все пушит тебя! Ну что делает? Куда ты, батя, летишь? Он реально в каких-то бесшумках, либо в Блэквуде? Как в Пен зашел, я так его и услышал. Я кидаю, наверное, опять на дефолт. Я в упорный тип принимаю. Все, мне прессут. Они оба на спонту единицы. Как убивать? А я не думал, что он меня пушит пойдет. И бесшумно, причем опять в своих вонючих ботинках этих. Центр есть. Уй, 5 шаги. Нет, забей. Саные бесшумные ботинки у этого инженера просто зарешали. Понимаешь, я слышу шаги на колоннах, у меня он заходит с обхода. Ну это печально. О, ну это все ясно. По-моему, челлендж выполнен. Ну это хрень. Я, конечно, не хочу показаться ЧСВшником, но, по-моему, челлендж выполнен. Все, погнали. Нет! Нет! Куда я? Я не знаю, зачем ты в рынок пошел. 1-5 играю. Убил под зигой. Убил под окном. Не знаю, где это. Иди пачку. Игрок с бомбой убит. Бомба установлена. Страта, которой я пользовался давным-давно. Команда противника разбита. Смею. Нет! Все. Он да, у меня пол хп. На этом полномочия, все. А тебе бы его шлем уснул? Арбузики сломал. Выпиши его. Да нереально. 40 секунд. Да, он в окне. Не, ну инженер прошаренный в игре в этой. Ты понял, да? Нереальный боец. Нормальный боец. Окно есть. Блин, почему окно самая ключевая точка в этой игре? Игрок с бомбой убит. Нереальный. Он тебя стоит чекает. Почему он мне попадает все? Не, ты видел, у меня все попадает. Я же это, по идее, вроде нормально люблю, нет? Какое оружие? Сочное. Какой-то один мир. ПК есть? Будет, наверное. Я мусор. Я мешки убил. Уверес мне тут же. Убил тут же еще раз. Старая двое. Фуловый один инженер. И еще один фуловый там же. Иди дефусти, дефусти. Там. Ух, пойдет. Не, ну блин, с этим пулеметом реально надо тактиковать, что-то придумывать, потому что с ним просто так от балды не пойдешь, не выиграешь даже этих рамбов. Ну ты уже это понял, я думаю. Короче, дичь какая-то, че не попадает вообще. Да, меня взорвали опять, сука. Мне плохо очень все тут. Уже лестница все. Убил. Ну и че? Голубчики! Голубчики! Идите ко мне. Да, мешки. Нормально у меня там, да, позиция? Ну, да. В теории получается так. Тут двойка, походу, слышишь? Вот, да, много. Я да. Бегу, Стёп, живи. Да, палец. Во. Иди в окно, иди в окно. 8 авик был. Живи там. Зига 9. У меня не запушил, Стёп. Убил. Я попробую выйти. Покидай эту игру. Сгорела жопа, видимо. У меня есть все, помоги! А, это АВП, я сразу. Он еще старше у меня. У меня еще. Бля! На БК? Не-не-не. Я с БК никого не убью. Тактика галактика на ваших глазах. Ну, молодец, молодец. Базука. Моя паука. Убил я его. Я двойку ставить пошел. Я в кулаке втроем. Я первым сыграю. Как откроется, так и буду. Так, оба в понту. Ну, в принципе, все. В принципе, на этом все и закончено. Жалобцы, жалобцы. Покидайте игру, я понял, короче. Ну, пацанов вообще, видимо, просто моралька упала. Я сижу, рассматриваю, что в трехратнике показывается. Ничего, непонятно. У меня отражение. Друг, ну хули ты там встал, выйди уже. Выйди. Просто, ну это залетело просто, ты же понимаешь. Головцы! Выходите! Хуть!
Не, ну это было несложно признаться, на самом деле. Две попытки и попались голубцы. Ну, типа, если бы попадались дальше потничьи, то мы бы, скорее всего, не сделали так же, как и с Глауберетом. А так вообще в целом, что могу сказать? МГ-3 пойдет, трехратник, по-моему. А может быть даже МГ-3-то вообще не пойдет. Но это так, уже вкусовщина.